Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Професійний мандрівник із Дніпра Сергій Гордієнко здолав пішки понад 1200 кілометрів за маршрутом Дніпро-Київ-Дніпро. Як це було? Сьогодні він поділиться з нами у нашому прес-центрі. Я рад вітати Сергія Гордієнко, дніпровського професійного мандрівника, фахівця із екстремального одиночного виживання. Пане Сергію, рада вас бачити у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до цієї подорожі, як це було? Поделитесь с нами, будь ласка. Добрый день. В 1996 году Украина приняла английскую станцию. Эта станция должна была быть демонтирована, поскольку она выполняла основную свою техническую задачу. Но поскольку все-таки, скажем, наш потенциал, научный потенциал был довольно-таки высокий, было принято и британская антарктическая служба, и, собственно, нашей Академии наук о получении этой станции и, скажем, выполнении каких-то определенных научных задач. Ну, так получилось, что станция стала нашей постоянной, и эта территория фактически уже закреплена за Украиной. Это очень важно. Почему? Потому что если когда-то произойдет разделение самого антарктического материка, мы, скорее всего, получим довольно-таки большую толику, как антарктическая страна. 25 лет антарктическим исследованиям и 25 лет первой антарктической украинской экспедиции. Я участник этой экспедиции, и, естественно, этот переход, он был посвящен именно этим событиям. Скажем, когда задают вопрос, что было основной задачей этой экспедиции, я говорю, что чтобы помнили, скажем так. И, знаете, провел такой небольшой тест, опрашивая людей по дороге, знают ли они о том, что у нас существует антарктическая станция. Хочу сказать, что где-то процентов, наверное, 20-25 совершенно не знают о том, что у нас есть антарктическая станция. Но я хочу сказать, что люди в этом не виноваты. И, знаете, вот когда говорят в отношении сенсации какой-то, вот, существует там, допустим, какой-то определенный ответ на вопрос, я всегда говорил, дело в том, что знают те, которые интересуются темой. Если это ученые, они, естественно, интересуются этой темой, они знают о том, что это существует. Или люди, которые вообще интересуются какими-то проблемами страны и так далее. Большая часть людей сейчас озабочена своими собственными проблемами, и, скорее всего, именно поэтому они об этом и не знают. Возвращаясь к теме, хочу сказать, что за период моего перехода, ну, скажем, кое-что меня обрадовало, кое-что меня очень удручило. Вот все та же тема антипатриотизма в отношении, скажем, отношении к нашей земле. Это бесконечные целые терриконы мусора, которые фактически заполняют наши лесополосы, заполняют наши отдельные участки, там, где не распаханы земли, и там, где есть заповедные участки наших лесов, к сожалению, туда вывозится мусор. Я не знаю, что нужно делать для того, чтобы остановить это бедствие, это самое настоящее бедствие. Вот. Ну и хочется сказать, что погибает наше село. Я видел очень много деревень, которые практически уже являются только названием. То есть вот проходишь, допустим, название на дороге есть существующего села, а людей там нет, поскольку старики уже ушли из жизни, а молодые просто уезжают за границу. Вот, и, собственно, земля потихонечку пустует. Не хотелось бы, чтобы эти земли превратили в распаханные, готовые земли для продажи, не дай бог. А в отношении наших лесных ресурсов я хочу сказать, что еще у нас есть очень красивые уголки. Вообще Украина, как европейская страна, довольно-таки привлекательная с точки зрения туризма. Я всегда говорил, что наступит время, когда-нибудь мы будем лидерами в именно этой позиции. Вот. Но только самое главное, чтобы на это обратили внимание, естественно, власть имущие, ну и сами люди. Это очень важно, чтобы мы сами были к этому готовы, скажем так. Вот. Хочу сказать, что погодные условия были очень разные. В этом году зима была очень непостоянная. Все это напоминало примерно, скажем, этакий маятник, чашу весов, то холодно, то тепло. Было от минус 24 до плюс 8 в зимнее время. Я стартовал в феврале. Снаряжение у меня было
климатическая одежда, которая была рассчитана и на зимний период, и на весенний период. Хочу сказать, что в принципе за период моих полевых ночевок мне так и не удалось спать в одном спальнике. Приходилось спать в двух спальниках. Почему? Потому что ночи были все-таки очень холодные. Вот. Ну и еще один такой интересный фактор. Это, собственно, я думаю, что сейчас животных стало гораздо больше. Но первое – это то, что Восточная война все-таки пригнала зверя в нашу центральную часть. Это одно. А второе – в общем-то, это, наверное, положительная часть того, что люди не могут приобретать боеприпасы, я имею в виду охоту. И охота фактически пресечена, и поэтому животные сейчас немного вольготнее, чем это было. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы был принят закон о запрете охоты на всей нашей территории. У нас не такая большая страна, где можно применять стрелковое оружие, где пуля летит почти на 3 километра, это очень опасно. И хочу сказать, что во всех прогрессивных европейских странах уже давно охоты запрещены. Вот. Ну, животные радуют. Я видел молодняк зайцев, вот, видел косуль, встретил лося и слышал волков. Вот, в принципе, это определяет какой-то внутренний духовный комфорт. Вот, и радость за то, что все-таки наша страна еще полна жизни, скажем так. Вот. В общем, как бы тема фактически выполнена почти полностью, тем более, что я встретил очень много интересных людей. Это новые знакомства, новые завязывающиеся дружбы. Ну и, скорее всего, те планы, которые, собственно, я готовил долгие годы, они потихоньку начинают, как Гордиев узел, развязываться. Вот, и думаю, что в следующем году тема начнет открываться более плотно, скажем так. Я имею в виду океаны, то, о чем я говорил раньше. Вот, возвращаясь к теме Украины, я прошел более 1000 километров различными дорогами. Хочу сказать, что на сегодняшний день во многих регионах по программе президента строятся новые дороги. Ну вот, дороги, конечно, широкие и с одной точки зрения удобные, но с другой я все-таки хочу заметить, как бы я не знаю, каким образом подбиралась тема, но вот те вот плиты, которые кладутся сейчас в части, скажем, перед Днепропетровской областью, вот, и спрашивая водителей, хороша ли эта дорога или нет, они говорят, что в зимний период она очень скользкая. Вот, и, наверное, скорее всего, придется опять покрывать асфальтом, поскольку было очень много аварий. То есть дорога, она как бы южного образца, вот, а для наших непостоянных погодных условий все-таки нужны немножко жесткие покрытия и так далее. Хотя, конечно, это радует, что довольно-таки широкая дорога, и наконец-то кое-где появляются пешеходные дорожки и тротуары, и велосипедные тоже. Это, в общем-то, очень важно. Ну, что касается сегодняшнего обучения школьников и студентов, это, конечно, удручающая тема. Дело в том, что я останавливался в некоторых городах по приглашению вузов, где я читал лекции, но, к сожалению, это было все онлайн. Невозможно было контактировать открыто, хотя, скажем, с преподавателями я контактировал, собственно, так. Вот. Но нужно сказать, что на сегодняшний день такая тема, как спортивный туризм, находится в состоянии фактически ликвидации. Это очень жаль, это очень плохо и неправильно. Почему? Потому что существует такая программа, как ОБЖ. Вот это целый курс, который читается в школе. И было бы неплохо, чтобы все-таки туризм, как прикладная часть, то есть как практика, все-таки была при ОБЖ. Потому что по теме ОБЖ это, скорее всего, нагнетание страхов. То есть рассказывают, как люди могут умереть во время извержения вулкана, пожара дома, вот, военных действий и так далее, и при этом нет никаких технических ответов, которые помогут выйти из ситуации. Поэтому я считаю, что вот спортивный туризм в свое время, в советское время, он приносил громадную пользу, поскольку люди, в принципе, были готовы к различным ситуациям, экстремальным ситуациям. Вот, поэтому, несомненно, этот предмет
должен быть главным. Ведь существует такая наука, как туризмология, уже 22 года. Она уже узаконена Академией наук. Я представляю эту науку, и я считаю, что ей пора прийти в школу. Прийти навсегда, скажем, как достойный предмет и один из самых важных. Возвращаясь к теме Украины, нужно сказать, что, несмотря на это, все-таки видны некоторые изменения в отношении, скажем, чисто психологического фактора. Люди начинают все-таки осознавать, что мы страна. Это очень важно. Вот поскольку с момента, когда только все начиналось, мы еще чувствовали себя сателлитами. Вот, но на сегодняшний день существует некий, это пока духовный подъем. Я говорю, материального подъема в стране пока нет. Это то, что необходимо сейчас. Вот, но в общем, скажем так, не все так катастрофически, как кажется. Вот, еще многое можно исправить. Вот, и в принципе, моя тема, моя программа, я думаю, что процентов на 60 выполнено. Дякую вам за відповідь, за розповідь. Ви зазначили, що стартували ще в лютому. Розкажіть, ось ці 1000-1200 кілометрів, за який конкретно проміжок ви прийшли. І ми теж сказали на початку, що прямували ви за маршрутом Дніпро-Київ-Дніпро. А якщо от більш детально, що саме це були за локації, що саме це були за місця? Спочатку я двигався по лівому берегу. Вот, я не выбирал более кратчайшие пути, я все-таки хотел посмотреть глубинки, те, которые прилегают к береговой зоне. Вот, я прошел именно в местах впадения, скажем, рек, таких как Псёв, Ворскла, Сула. Вот, я хотел посмотреть на те деревни, которые там находятся. Вот, а основные населенные пункты, это, конечно же, была Петряковка, у меня там была встреча. Вот, это был Могилев. Это был Светлогорск, затем это был Светловодск. Вот я уже когда перешел через Крюковский мост в районе Кременчуга, дальше я уже двигался по правому берегу. Вот, и, собственно, там наиболее, конечно, интересный регион, но местность пересеченная, и там, как говорится, дорога очень холмистая, вот, транспорта немного. Но в то же время это очень живописные места. Вот это исторические места, наша гетьманщина. Вот. Затем я прошел Черкасы, я прошел Жичев, дошел до Киева, там, где меня встретил Киев. Вот. А уже когда после выполнения определенной программы я возвращался назад, я уже шел чисто по левому берегу, вот, где я вышел на Борисполь, с Борисполя на Кременчуг, вернее, на Переяслав, сейчас он был Переяслав-Хмельницкий, сейчас это уже чисто Переяслав, вот, где я, собственно, читал лекции в педагогическом университете Переяславском. Вот, затем это был Кременчуг, затем Кобеляки, а уже через Кобеляки, естественно, вышел на Могилев и дальше уже Днепр. Я вошел в Днепр, я 19 апреля вот этого года. Погода была неплохой. И нужно сказать, что 20 числа, конечно, когда я уже непосредственно добирался до своего дома, меня встретил, скажем, город осадками очень мощными. Вот. Ну, я думаю, что это тоже необходимая часть. Взагалі, здолати пішки такий маршрут величезний, ну, для професійного мандрівника це, певно, така чергова галочка, а для пересічного громадянина це здається нереальним. Яким чином ви готуєтесь до таких, взагалі, піших походів? Я вже говорив, що діло в тому, що коли чоловік займається якоюсь темою дуже давно, то цикл підготовки, він вже самопроизволен, і у тебе нет тех проблем, которые есть у людей, которые этим не занимались. Естественно, организм подготовлен и внутренний, и внешний к этому. Вот. Ну и, конечно же, я думаю, что самое главное – это все-таки моральная сторона. Вот, наверное, она очень важна в выполнении любой задачи. Вот, знаете, любой трюк, который выполняет спортсмен, вот, вот я всегда говорил о том, что солдатами не становятся, ими рождаются. Я все-таки считаю, что людям изначально что-то дано. Кому-то дано ковать металл, кому-то развлекать на сцене, кому-то писать романы и стихи, быть журналистом, неважно. И в то же время и представителем моего цеха.
Мой цех выполняет одну из задач, я считаю, очень важная задача. Фактор надежды – это вот то, что сказал в свое время Федор Конюхов, очень правильно он сказал, когда, знаете, раздраженно после некоторых нападок на нашу специальность, он сказал, что профессиональный путешественник – это фактор надежды. То, что делает человек один, сделают и сотни, а это один из вариантов, который помогает выйти из ситуации, скажем так. Ну, вот где-то так. Якщо когось, наприклад, надихне ваша діяльність, і він наважиться там теж подолати якийсь, ну, нехай для старту, невеликий маршрут, і все ж таки, а що б ви могли порадити цій людині? Знаете, я всегда говорил, собственно, творческие люди, которые встают на свой путь, вот не нашли себя, они осознали, что это их путь. Первое, не предавать этот путь, что бы ни случилось. Много будет ситуаций, которые будут как тест стоять перед тобой, где ты начнешь в этой дилемме плавать, либо бросить и пойти по более простому пути, либо идти. Я хочу сказать, что человек, который выбрал для себя эту тему, не имеет права предавать. Дело в том, что предавая себя, он предает и других. Люди перестают верить в себя, понимая, что можно найти другой вариант и сойти с него. Знаете, во времена советского времени были очень правильные фильмы. Мне всегда нравился «Как закалялась сталь» Павла Корчагина, я думаю, до сегодняшнего дня должен быть одним из вариантов, который поднимает молодежь на эти подвиги. Мы цивилизация, которая должна выйти из ситуации и выжить. Если мы считаем, что у нас все в порядке, мы глубоко ошибаемся. Мы, наверное, все-таки почти одни в этой вселенной, и наша задача найти варианты. Первое – это найти путь к сердцу друг друга, для того, чтобы мы перестали друг друга убивать. А второе – это, конечно же, нам нужен космос. Нам нужно все сделать возможное, чтобы наша плоть жила гораздо дольше. Пока еще нет других вариантов переселения из одного тела в другое. Очень жаль, когда мы теряем золотые умы, замечательные сердца, которые уходят из жизни, а ведь они могли помочь, спасти и так далее. Дякую вам за відповідь. Можете поділитися, можливо, планами на майбутнє? Чи плануються якісь експедиції у вас найближчим часом, чи поки хочете відпочити? Відпочити. Знаєте, життя таке коротке. Хочеться іноді что-то бросить и просто где-то позагорать, наверное, не получится, потому что всегда есть какие-то проблемы, есть домашние проблемы и прочее, долги, которые висят всегда на тобой, вечно, это вечная вещь, которую невозможно от нее избавиться, то есть даже умирая, они остаются на тобой висеть. Но главная тема, я уже говорил, это океаны, к которым я готовлюсь, сейчас есть варианты по строительству лодки, на которой я буду выполнять эту задачу. Но это уже другая история. Это подготовка. Когда она будет, я думаю, что мы проведем отдельно пресс-конференцию по этой теме. Уже, может быть, более детально. С момента, знаете, как только стукнет первый молоток и скажет первый шпангоут готов, можно будет говорить об этом уже открыто и, собственно, по всей программе. Но в этом году я еще сделаю тренировочную экспедицию в Черном море на каяке, скорее всего, до Скадовска и назад. Может быть, там будет что-то еще. Это просто для того, чтобы руки не забывали. А знаете, когда я начал заниматься в свое время, еще в советское время, спортивным туризмом, первый мой тренер, это был удивительный человек, он сказал: «Весло – это часть твоего тела, потеря весла – ампутация». Он испугал меня на всю жизнь, поэтому я стараюсь сделать все возможное, чтобы это весло не терять. Що ж, будемо чекати вас з океанами. На жаль, час нашої прес-конференції добіг кінця, але я хочу, щоб ви наприкінець показали нам прапор, який принесли до нашої студії, нашим глядачам. Він такий, ви зазначили, там є якісь на ньому плями, ви його спеціально не прали, і певно, це така дійсно те, що зберігає його історію. Дорожня пиль – це не грязь, це просто доказательство. Дійсно, така історія в ньому є, і це помітно. Ну, во-первых, это флаг Антарктического союза, он является узаконенным. Здесь просто как бы дописка
в честь чего эта экспедиция, а флаг сам по себе имеет свої чіткі аналоги. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, за наше спілкування. Це було дійсно дуже цікаво. Говорили про те, як Сергій Гордієнко, професійний мандрівник, здолав пішки більше 1000 кілометрів за маршрутом Дніпро-Київ-Дніпро. Як це було? Які плани у пана Сергія на майбутнє? Він нам розповів. Ще раз вдячна вам за це. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. До свидання.